Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероникой Крашенинниковой. Известный политолог приехала в республику в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Его формат – встречи со студентами, на которых проходят дискуссии по различным темам. Очень хорошая молодежь. И это значит, что и педагоги работают очень хорошо. И затем у нас была встреча с педагогами. И действительно, люди настолько болеют за свое дело, настолько они практически лично воспринимают успех. Глава республики подчеркнул, Чувашия сильна традициями в нравственном воспитании, а такие проекты дают молодежи новый импульс. И ваш приезд тоже один из инструментов для того, чтобы они осознавали свою ответственность, как нужно правильно жить и эту жизнь практически, как нужно любить свою родину, как нужно уважительно относиться к старшему поколению, но и с любовью учиться по той профессии, которую они избрали.